Ну что ж, сегодня началось. Гонка за абонементами стартовала 1 августа, всего лишь месяц до старта чемпионата континентальной хоккейной лиги сезона 2018-19. Наш «Витязь» болельщики ждут. Очень, очень ждем. Я вот один из первых пришел в эту кассу, несколько дней уже ходил, занимал очередь, но она еще не работала с сегодняшнего дня, первый день. Что «Витязь» ждет в этом году, как ты думаешь? Ну, будет 4-е или 6-е место. Новый сезон нам принесет намного больше приятных ощущений. То, что мы пробьемся не только в полуфинал, но и, надеюсь, что выйдем в финал, потому что команда собирается очень сильная. Сколько лет уже болеть за «Витязь»? Ну, почти с основания. Как вот стадион построили, так вот я здесь. «Витязю» пожелать, чтобы удача им сопутствовала. А мы-то будем болеть, радоваться этому.